Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру «Говорящий том. Погони героев». В прошлой части мы с вами открыли уже последнего персонажа. Это Супер Хэнка. Ну и сегодня мы будем его тестировать. Кроме того, друзья, сегодня мы будем пытаться с вами добыть новый костюмчик для Супер Хэнка и расстраивать оставшиеся здания. Итак, замечательно. Да, сегодняшняя миссия. Нам нужно проскользнуть по тремя препятствиями. Супер! Ну что же, друзья, давайте-ка пытаться все это проделать. Да, вот очень благодарю за отзывы и комментарии, подсказали подписчики. Если вот так прыгнуть и снизу ударить, наш Хэнк может делать супер удары. Вот, кстати, нужно будет это все попробовать. Итак, прыжок, и вот видите, да, идет ударная волна. Вот, отлично. Итак, Хэнк скользит, вот подскальзываем под препятствиями. Итак, да, это нам засчитало, друзья. Есть первый проскальзывание, как видите, отлично, да, вот супер большого енота удалось ударить и выбить им препятствие, а мы двигаемся дальше, и нам нужно проскальзывать под препятствиями. Отлично, итак, второе, да, есть, друзья, засчитало, ну что ж, я считаю, очень даже неплохо мы с вами проходим эти миссии. Вот нам нужно еще вот проскользнуть по очередным препятствиям, и миссия будет выполнена. Ну а пока собираем золото, сражаемся с енотами, и вот еще большущий енот. Удар, и враг повержен. А сейчас супер удар. Да, вот видите, друзья, как здорово удается нашему Супер Бену вот ударной волной просто уничтожать вредных енотов. Отлично. Итак, еще ударная волна. Вот просто супер. Итак, не успеваю немножко за золотом. Тем не менее, очень неплохой результат. Вот, кстати, опять же, пробежка по крышам. Было бы неплохо вот пробежать по другим локациям. Тем не менее, друзья, миссия завершена, и мы получаем награду. Итак, наша награда — это 5 кристаллов. Ну что ж, просто здорово. Просто здорово. Итак, друзья, кто следит за видео, вот на канале мы уже с вами расстроили все героев. У Супер Тома уже появилось 3 костюмчика. Вот обычный, вот черненький и вот зелененький супергероя. Кроме того, в прошлой части удалось мне выбить для нашего Джинджера тоже новый костюмчик. Мы его тестировали. Хэнка уже собрано 2 его костюма, обычный и супер костюм. Ну и у Анжелочки тоже вот есть 2, няшный розовый и вот такой вот голубой. Вот, а вот Бену было бы неплохо еще добыть вот такой вот красный костюм. Поэтому, друзья, давайте-ка первым делом отправимся с вами за сундуками. Вот попробуем выбить и потестировать этот вот сундук, этот костюм. Вот, кроме того, было бы неплохо еще расстроить город, который уничтожает еноты. Кстати, интересно, что там будет за босс в конце. Итак, первым делом давайте-ка попробуем открыть побольше сундуков. Думаю, 5-6 сундуков сегодня будет неплохо. Итак, первый сундук — монеты, кристаллы, жетоны. И это уже здорово, плюс улучшение. И да, редкий костюмчик для Бена. Неплохо. Отлично, прошло улучшение. Итак, здорово. Второй костюмчик. Золото, кристаллы, жетоны, улучшение и еще ботиночки для нашего Супер Бена. Вот, замечательно, отлично. Итак, с таким успехом, друзья, если будут выпадать части экипировки Бена, мы очень быстро его соберем. Да, шлем. Шлем для Бена, ну просто восхитительно. Отлично. Вот, если так пойдет, друзья, то мы сейчас очень быстренько соберем этот костюмчик Супер Бена и потестируем. Итак, что, ничего нету? Ну, обидно. Обидно, я уже надеялся, что в каждом сундуке будет что-то интересное. И да, вот штаны для Бена. Итак, сколько еще осталось? Еще вот 2 предмета, и наш Бен будет полностью укомплектирован. Итак, золото, кристаллы, жетоны, улучшение плюс редкий плащ для нашего Супер Бена. Вот последний вот ингредиент, последнее улучшение, вот монеты, жетоны, вот и перчатки. Да, 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 друзья, мы собрали комплект для Супер Бена, новый костюм, и мы, конечно же, его примерим. Вот, супер. Ну что ж, друзья, итак, давайте-ка отправимся с вами в очередную битву. Но прежде давайте-ка мы с вами прокачаем и улучшим город. Итак, Супер Бен, Супер Анжела и Супер Джинджер.
уничтожает, вот выгоняет вреден енота и улучшает наш город. А странно, друзья, что Бен в старом костюме, так как мы ему купили новый костюм, ну, такая вот заставка. А тем не менее, сейчас мы протестируем нового героя. Вот интересно, как на него будет вот смотреться этот новый костюмчик. Отлично. Итак, прошли улучшение. Смотрите, как здорово наши герои вот выгоняют вреден енота, улучшает город, расчищает от этих всевозможных неприятностей и идет строительство, восстановление. Вот так можно даже лучше сказать. Итак, замечательно. Итак, вперед. Друзья, Тома работает неплохо. Итак, очень здорово восстанавливается город. Супер. Ну что же, молодцы. Итак, друзья, я думаю, было бы неплохо сегодня абсолютно полностью восстановить город и посмотреть, что же за интересные плюшки нас ожидает в самом конце. Вот, интересно, появится ли у нас какой-то супер-босс или вот откроется еще какая-то локация. Вот не знаю, что там нас ожидает, поэтому вот я думаю, друзья, стоит все-таки это все... Ох, ничего себе, как прикольно восстанавливает это все наши герои. Вы видели, вулкан был заткнут пробкой, тем не менее удалось нашим героям разблокировать. И сосуя вот Супер Бена вот в огненной лаве. Вот, да и другие здания неплохо расстраивает, восстанавливает наши герои, ну просто супер. Вот, итак, удается восстановить очередное здание. Вот, выглядит это здорово, круто. Не всех енотов еще удалось выгнать, но я думаю, наши герои сейчас с этим справятся. Итак, замечательно. Итак, очередное здание восстанавливается. Вот, выгоняем вредных енотов. А то они все пачкают, все ломают. Тем не менее, наши герои неплохо справляются. Отлично. Итак, очередной кристаллик. Вот очередное улучшение, удается вот восстановить статую Супер Бена, вот в каком-то интересно лыжном костюме. Вот еще непонятно, что там на нем нарисовано, вредные еноты, видите, пачкают. Но я думаю, сейчас мы это все восстановим. Итак, очередной домик восстановлен. Отлично, и сейчас было бы неплохо еще выгнать этого большущего толстого енота вот в нижней части. Вот, итак, что наши герои? Да, вот выгоняет, выбивает вредину енота. Там оказывается еще какой-то мелкий, и я думаю, мы его сейчас тоже уберем, чтобы уже снизу 100% улучшить все наши здания. Итак, да. Вот, все еноты в нижней части уже уничтожены, восстановлены все здания, какая-то электростанция, ну, по крайней мере, очень похоже. Супер. Кроме того, давайте-ка, друзья, я и восстановлю уже боковую станцию. Вот, уберем последнего енота, ну, просто замечательно. Здорово. Отлично. Осталось только два здания, которых нужно нам восстановить, и это статуя Супер Бена. Вот причем в лыжном костюме. Ага, возможно, это какой-то геологический, но тем не менее удалось вот его остановить. Вот побелел. Вот, что, конечно же, здорово радует. И последнее улучшение. Ну, наконец-то. Наконец-то нам удалось расстроить. И сейчас мне было бы интересно потестировать все-таки новый костюмчик Супер Бена. Итак, где же наш костюм и бой с боссом? С боссом енотом. Давайте-ка, друзья, я проверю сейчас. Да, сейчас у нас, видите, костюмчик новый Супер Бена. И давайте-ка мы, конечно же, его потестируем в сражении. Итак, вперед, битва с финальным боссом. Кстати, друзья, да, вот пишите в отзывах, в комментариях, как вам этот костюмчик супергероя. Ох, какой вредный босс. Пытается забросать нашего Супер Бена всевозможными неприятностями. Итак, ударная волна неплохо нам помогает. Вот все-таки благодарю подписчика за эту подсказку. Удар, вот видите, как здорово идет. Главное, чтобы врагов было побольше. Итак, мы попадаем в иное измерение, и сейчас Супер Бен будет уничтожать этот космический, это не космический, а летающий аппарат Супер Енота. Вот, удалось нанести немножко повреждения. Вот, недостаточно, не удалось уничтожить первый двигатель, но я думаю, ничего страшного, сейчас мы общими усилиями как-то попытаемся все это проделать.
так, супер удар. Вот, не успел. Не успел вот снизу нажать, чтобы произвести супер удар, но ничего страшного. Итак, попадаем опять же в одно измерение и пытаемся вот уничтожить первый двигатель супер енота. Итак, еще немножко, вот несколько секунд. Ну давай-ка, дружище, и не успеваю, друзья, не успеваю. Все-таки вот непросто. Итак, удар. Вот. Итак, удар вот есть, не успеваю. Не успеваю произвести. Вот, да, вот видите, как ударная волна здорово вот наносит повреждения. Вот так, супер. Вот не надо даже сбивать енотов, но это здорово, когда очень много врагов. Вот на одиночных это не слабо действует, но тем не менее вот, замечательно. Итак, еще несколько ударов, и первый двигатель будет уничтожен. Есть, переходим ко второму, и наш Супер Бен вот наносит повреждения. Ну и это пока все. Отлично. Вот продолжаем движение. Ну что ж, друзья, я считаю, уже неплохо, раз удалось нам уничтожить первый двигатель, то это уже замечательно. Такими темпами мы без проблем справимся с этим супербоссом. Итак, вперед. Вперед на сражение с супербоссом. Итак, второй двигатель, а потом еще сражение с боссом. Вот, не просто чувствую, будет нашему герою, но я верю, у него все получится. Итак, вперед, давай-ка, Бен, еще несколько ударов. Ну и это пока все. Вот. Сильный босс, не просто его победить, но я верю, что у Бена все получится. Итак, вперед, уничтожаем вреден енотов и продолжаем движение. Вот, куча золота собрана, и мы опять же попадаем в иное измерение. Замечательно, прыжок по летающим камням и продолжаем уничтожать очередной двигатель. Итак, есть. Двигатель уничтожен, и уже просто пинаем босса енота. Ну вот, друзья, либо один раз, либо несколько раз еще осталось ударить вредину енота, и это уже будет победа. Вот интересно, что после этой победы с боссом енота, либо будет закрытая локация, либо что-то интересное у нас новое откроется. И, друзья, еще не знаю. Ну, поживем, увидим. Вот, отлично. Итак, попадаем опять же в иное измерение. Вот, и начинаем пинать вредину енота, вот так, да. Итак, успеем ли мы, не успеем, вот до конца остается доли секунд, и нам нужно будет, друзья, проделать еще одну пробежечку. Вот, не успел немножко, вот очень, кстати, прикольная локация, ледяной мир Бена. Вот снеговики, другие препятствия, ну что ж, очень забавно проделали все разработчики. Вот прикольно, забавно, интересно, и мы уже попадаем в финальную локацию. Финальный удар, всего несколько ударов, и босс енот будет повержен. Итак, да, друзья, да, победа. Супер Бен победитель. Друзья, что это? Ага, вот, друзья, мы закончились и еще попали в какой-то кибергород. Ух ты, круто. Итак, наш Бен собирает энергию и все, вот, уничтожает на своем пути, сметая. Вот, кстати, как по мне, очень похож на Магнета. Вот, кто смотрел сериал вот Люди Икс, ну, отдельные фильмы, но в принципе практически можно сказать, что сериал, очень много серий. Вот, ну что ж, молодец, прикольный герой. Итак, супер удар, и все еноты уничтожены. Вот, да, друзья, итак, ударная волна, и так как видите, сразу же троих енотов снесло. Вот что значит классная подсказочка от подписчиков, и мы можем воспользоваться этой способностью. Итак, одиночных нету смысла, а если два и больше енотов, то тех, конечно же, есть смысл вот пытаться ударить ударной волной. Вот, смотрите, вот удалось два енота снести ударной волной. Отлично. Итак, давайте-ка еще поднырну. Вот прыжок и идем дальше. А ну-ка, друзья, вот удар. Не успел воспользоваться ударной волной, тем не менее, неплохой результат. Итак, здорово. Итак, давайте-ка еще вот прорвемся в египетский мир, посмотрим, что здесь интересного. Вот, попадем к пирамидам и пробежимся. Ну, я думаю, друзья, друзья, отвлекся, и вместо того, чтобы вот пробежаться, попал в аварию. Итак, друзья, давайте-ка, я думаю, наберем 100 енотиков, и это будет сегодня здорово. Вот, пока... Ох, какой прикольный енот.
Вот, удалось нам его уничтожить, и мы продолжаем движение. И вот этого большущего тоже вот им как кеглями сбиваем препятствия на нашем пути. Вот, замечательно. Итак, вперед-вперед. Вот, собираем золото, выбиваем енотов и двигаемся дальше. Что ж, друзья, жду от вас отзывов в комментариях, какой костюмчик вам больше понравился и каким вот пробежать в следующем видео. А, кроме того, друзья, сейчас мы дойдем с вами до конца. Давайте-ка наберем сотню енотов и посмотрим, что там дальше будет по плану. Итак, 69, вот и 70-й енот. Вот, отлично. Вот, продолжаем движение. Отлично, вот так, здорово. Ну что ж, как видите, неплохо. И да, есть, друзья. Удалось нам собрать супер энергию, и наш супер Бен уничтожает все на своем пути, просто сметая. Вот, просто замечательно. Итак, вперед. Вот, отлично. Уклоняемся от енотов, подскальзываем и продолжаем движение. Вот, 84 енота, считай, очень неплохой результат. Причем удалось взять еще удвоение. А теперь наш герой будет зарабатывать больше монет. Вот, отлично, было бы неплохо еще потестировать ударную волну. Ну, пока не с чем, очень мало врагов. Очень мало врагов, итак, удар. Вот, итак, да, смотрите, как круто, как ударной волной удалось. А ну-ка еще, друзья, ударная волна. И вот, ударил, плюс еще. Итак, 105 врагов. Ну и думаю, друзья, на этом уже вот надо выходить из игры. Давайте-ка я выйду. Да, вот так. Ну и что я скажу, друзья, хочу сказать. Крут наш Супер Бен. Крутой костюмчик. Вот, причем, друзья, у нас рекорд. Ну что ж, замечательно. И да, друзья, давайте-ка еще посмотрим. Вот, кстати, ага, это нам подарили еще сундук, что, конечно же, здорово радует. Отлично. Вот, итак, друзья, давайте-ка посмотрим, что у нас с городом. Ну, по-моему, мы с вами уже дошли до конца. Итак, по-моему, друзья, мы полностью расстроили весь город, расстроили всех героев. Поэтому, друзья, если вы хотите продолжение, пишите в отзывах, в комментариях, с каким героем пробежать в следующей миссии. И я с удовольствием это проделаю. Ну, а на завершение, на завершение видео я хотел бы пробежаться с нашим новым Супер Томом. В прошлом видео я его разблокировал. Ага, я его не выбрал, секундочку. Вот, кстати, и Супер Джинджер тоже мне очень здорово нравится. Ну, Том как-то поближе. Итак, есть три костюмчика, но возьму я последний, зелененький. Отлично. Ну и посмотрим, друзья, какая еще у нас миссия дня. Перепрыгни препятствия 24 штуки. Что ж, без проблем. Давайте-ка попробуем выполнить это задание на сегодня. И надеюсь, у нас все здорово получится. Итак, куча енотов, а наш Том перепрыгивает первое препятствие и получает вот бонус. Отлично, итак, второе препятствие, третье препятствие. Ну, вот видите, шутя, наш Томушка все это проделывает. Вот просто... Ой-ой-ой, как было опасно. Вы видели, лежала эта вот египетская какая-то статуя. Вот она встала очень редко, и я чуть не попал в аварию. Вот, тем не менее, у нас все здорово получилось. Итак, очередное препятствие. Как видите, без проблем на что мушка перепрыгивать. Вот, кроме того, могу взять дополнительную защиту, вот, броню. Ой-ой-ой. Смотрите, как опасно. Вот, быстро поднимаются эти вот неприятности. И на что мушка, вот, даже не обращая внимания на енотов, просто перепрыгивая препятствие. Ух ты, вредина. И набиваю очки. Что ж, замечательно. Итак, вперед. Ой-ой-ой. Итак, ой-ой-ой. Что делается? Вот, тем не менее, наш Томушка молодец. Итак, ты вредина. Вот, давайте-ка я доберусь до вот этого. Есть. Удалось уничтожить очередного енота. Вот, отлично. Вот, кстати, нужно будет попробовать, друзья, вот при помощи ударной волны выбивать большущих енотов. Интересно, сработает это или нет. Вот я что-то не догадывался. А кто в курсе, пишите в отзывах, в комментариях. Вот, отлично. Итак, подныриваем. Не всегда, оказывается, можно через верх. А ну-ка, друзья. Итак, ударная волна. Да, вот. Еще ударная волна. И еще ударная волна. Ну, просто великолепно. Вот прыжок. И ударная волна снизу. Вот, просто супер. Вот, здорово. Ну что ж, великолепно. Итак, прорываемся наверх.
Вот, очередная куча вот неприятностей для нашего Супер Тома, но наш Томушка молодец. Отлично. Ох-ох-ох-ох, как здесь все непросто. Вот куча ловушек в пирамиде. Ой-ой-ой, друзья. Итак, я что-то отвлекся и попал в аварию. Тем не менее, вот нашего Тома удается спасти. Вот давайте-ка я попробую как-то перепрыгнуть. Вот, отлично. Вот, оказывается, в пирамидах тоже очень непросто сражаться и бегать. Отлично. Очередной енот выбит. И да, нашему Супер Тому удается собрать энергию. И смотрите, что он делает. Он уничтожает все на своем пути, сметает, ну просто великолепно. Итак, да, вот, друзья, итак, ударная волна. Смотрите, друзья, как мне удается вот пинать этого супер большущего енота. Ну что ж, по-моему, сегодня мы все протестировали, что хотели. Вот осталось мне перепрыгнуть только несколько вот препятствий, и на сегодня уже будет выполнена миссия. Да, все. Миссия завершена, и на этом сегодня я уже с вами буду прощаться. Итак, друзья, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новости. Пишите в отзывах, в комментариях, вот, каким героем вы хотите, чтобы я пробежался в следующем видео. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. А чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!